Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами информационно-познавательная телепередача «Семейный доктор». Проблема одонтогенной инфекции у детей у нас в стране на сегодняшний день очень распространены и набирают обороты. Это в первую очередь может обернуться плачевно для родителей, так как основной удар мы берем на себя, как психологически, так и материально. Важно знать суть и зрить в корень проблемы, а о том, как построить вокруг своего ребенка крепость иммунитета, расскажут высококвалифицированные специалисты 5-й клинической больницы города Алматы. Не переключайтесь, будьте с нами. Нередко после лечения зубов у детей разного возраста возникают одонтогенные инфекции. Что это такое? После неудачной терапии кариеса, пародонтита или пульпита, об этом нам врачи расскажут подробнее. Бактерии могут попасть в другие органы и вызвать воспалительный процесс. Это отмечается и при запущенных стадиях стоматологических заболеваний, если ребенка не своевременно обследовали и не занимаются лечением. Такие патологии довольно опасны и в тяжелых случаях могут стать причиной заражения крови – сепсиса. Одонтогенная инфекция занимает одно из ведущих мест среди заболеваний челюстно-лицевой области и стоматологии. Это связано в первую очередь с тем, что у нас страдает профилактика стоматологических заболеваний. Раньше во всех школах, детских садах были стоматологические кабинеты, где проводилась плановая санация полости рта детей, профилактические осмотры, своевременное лечение зубов. Сейчас, к сожалению, не во всех школах есть такие кабинеты. И, кроме того, детских стоматологических специализированных поликлиник в нашей стране очень мало. По данным нашей статистики, по данным статистики СНГ, пожалуй, нашей республики, половина детей, которые нуждаются в стационарном лечении, госпитализируются в специализированные детские челюстно-лицевые стационары, это дети с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями. Начинаются они все со всего всем известного заболевания, как кариес и его осложнение. Кариес полости рта, кариес зубов молочных является мультифакторным, как мы говорим, патологическим процессом, в котором имеются социальные, так сказать, вопросы задействованы, медицинские, гигиенические и так далее. То есть заболевание молочных зубов и проблема молочных, состояние молочных зубов начинается со второй половины внутриутробного процесса, со периода. Другими словами говоря, накопление минеральных веществ в твердых тканях зубов, которое делает эмаль зубов, то есть кариес, устойчивой или наоборот податливой. Все это развивается со второй половины беременности. Зависит от того, в каких социально-бытовых условиях находится будущая мама, какие у нее социально-бытовые условия, каков ее рацион питания, что она употребляет в пищу, достаточно ли там необходимых минеральных веществ для зубочелюстной системы будущего ребенка. И когда к нам мама приводит детей год-полтора, у которых пораженные фронтальные и фронтальные группы зубов и верхней и нижней челюсти, эта проблема началась не после того, когда он родился, она началась с 4,5 месяцев беременности. То есть это прежде всего здоровье, именно здоровье матери, ее социально-бытовые условия, уровень ее санитарной грамотности, ее подготовленность к этой беременности. Если, скажем, беременность не планируется, как, к сожалению, в большинстве случаев у нас, в нашей республике наблюдается, если мама и не планировала, и не готовилась к этой беременности, либо периоды между предыдущей беременности и вот настоящей беременностью незначительно, то есть мама физически еще не окрепла, она еще не здорова, будем так говорить, чтобы выносить здорового ребенка, то, естественно, здесь уже надо искать, так сказать,
причину заболевания этого ребенка. Важным также является первый год жизни ребенка. В этот период времени им необходимо родительское внимание. Есть у педиатров понятие «часто болеющий ребенок» или «относящийся к часто болеющим детям». Если родитель больше 2-3 раз обращается за медицинской помощью при различных простудных заболеваниях, на это нужно обратить внимание, так как это является фактором риска. Кормление. Грудное кормление – это залог здоровья ребенка, в целом залог его здоровой зубочелюстной системы. Если это ребенок искусственник, то это также может быть фактором риска. Впоследствии, когда у ребенка прорезывает зубы, у нас есть известный, так сказать, график движения, что называется, прорезывание зубов, они прорезываются. К 3 годам ребенок имеет 20 молочных зубов. В этот период ребенок уже должен быть обучен гигиене полости рта. Естественно, что ребенок будет, так сказать, учиться у родителей. То есть он будет видеть, как мама и папа чистят зубы. Он должен обучиться этому. Он должен знать, что должен быть тщательный уход за полостью рта. То есть он должен чистить зубы 2 раза в день. Утром после завтрака и вечером перед самым сном. Избегать преобладания углеводистой пищи, сладостей различных в рационе питания. У нас любая бабушка, любой дедушка в кармане носит шоколадку, которую он считает, что он облагодетельствовал ребенка и дает ему шоколадку. Шоколады и все сладости, вообще все сладости являются одним из причин возникновения кариеса, потому что преобладание углеводов, преобладание сладких продуктов в рационе питания – это прямой путь к кариесу. Вот доказательством актуальности нашей темы сегодняшней, вот нашей клиники – в год из числа поступивших больных 40% составляет дети с адонтогенной инфекцией, то есть кариес и осложнениями. То есть это очень большое количество детей, которые страдают именно заболеваниями зубов, да, и челюстей. И то, что нас волнует, и возрастание количества их. Значит, то есть каждым годом идет рост числа заболеваний именно с адонтогенной инфекцией. Как мы поняли со слов специалистов, все начинается с появления маленького черного пятна на зубе, затем перерастает в начальный кариес, а он, в свою очередь, оборачивается средним кариесом и... глубокий кариес, потом уже осложнение – это пульпит. То есть при кариесе это... незначительные болевые ощущения, реагирование на холод, на горячую, то есть температурные раздражители, химические раздражители. То есть, а пульпит – это уже самостоятельные боли, особенно ночные боли. Следующий этап – это периодонтит. То есть уже инфекция покидает зуб и выходит в окружающие ткани, это челюсть. То есть поражается челюсть, то есть развивается остеомиелит. Но периодонтит тоже делится на острую и хроническую. Ну, острые формы – это вот интенсивные боли, чувство выросшего зуба, невозможность смыкания зубов, боль при жевании – это вот характерно для острого процесса. При несвоевременном оказании лечебной помощи, естественно, острый процесс переходит под острую, потом хроническую стадию. Поэтому с осложнениями адонтогенных воспалительных процессов, с осложнениями пульпита, кариеса, это такие осложнения, как флегмоны челюстно-лицевой области, лимфодениты гнойные, адонтогенные остеомиелиты, самые грозные осложнения воспалительных процессов, дети поступают в наше отделение. Не только с нашего города, но и со всей области, с прилежащих регионов. Очень часто поступают. И больше половины детей, которые находятся у нас на стационарном лечении, это дети с осложнениями после кариозных процессов полости рта. Именно в такой момент хочется сказать, что коварству кариеса нет границ. Друзья, этот образовавшийся кариес сам по себе никуда не уйдет и не исчезнет. И мы должны создать причину для того, чтобы Создатель ниспослал скорейшее исцеление нашим детям. Для этого нужно обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Намного эффективнее предупредить заболевание, нежели лечить его осложнения.
То есть эта гигиена полости рта является одним из основных факторов в развитии и, соответственно, предупреждения кариеса зубов. Впоследствии ребенок должен посещать стоматолога не тогда, когда у него разовьется воспалительный процесс, не тогда, когда у него щечка опухнет, когда он ночью не будет спать перед тем, как идти к врачу. А мама должна его привести в год и показать стоматологу, и сказать, у него нормально развивается зубочелюстная система или у нас есть какие-то проблемы. То есть ребенок должен привыкнуть. Вот говорят и пишут, что в западных странах ребенок садится в кресло стоматолога, садится уже на лечение после третьего или после четвертого визита, когда он уже адаптируется к тому, что этот врач ему плохого ничего не сделает. У нас все дети плачут, естественно, перед входом в кабинет стоматолога, потому что его привели уже с осложнением, и, безусловно, он какие-то болезненные ощущения будет испытывать. Извечный вопрос. Почему родители ведут своих детей поздно к стоматологу, то есть уже с осложнениями? Здесь играют роль два фактора. Первый – то, что мамы опасаются, что врач-стоматолог сделает больно ребенку. Ну и, конечно же, материальный ресурс имеет тоже немаловажный фактор. А если в этой семье двое-трое детей или еще больше, то представьте себе, какую, так сказать, они несут, какие они должны внести бюджетные средства для того, чтобы вылечить ребенка. Естественно, они думают, ну, молочные зубы, ладно, потом они сменятся на постоянные, тогда уж мы будем, как говорится, следить за полостью рта. И поэтому я заранее сказал, что в стоматологические проблемы, они большей частью социальные. То есть мы сегодня должны думать о том, чтобы стоматологические поликлиники должны быть, стоматологическая помощь должна быть доступным детям. Поэтому нужно поднимать вопрос, поднимать и, так сказать, пропагандировать, говорить и вернуть школьную стоматологию. Для того, чтобы вернуть школьную стоматологию, то есть открывать стационарные кабинеты в школах, надо внедрить, принять и внедрить государственную программу профилактики стоматологических заболеваний. Залог здоровых зубов у наших детей заключается в профилактических мероприятиях, в своевременном обращении за помощью и, конечно же, в бережном отношении наших будущих мам к своему здоровью. Планирование беременности, течение беременности. Мать отвечает за своего ребенка, потому что она ему передаст строительный материал. У нее есть в рационе питания достаточно строительного материала для зубов ее будущего ребенка или недостаточно, или она сидит на воде и на лепешках. Что она может ребенку передать, так сказать? Что она может отдать? У нее самой тогда будут разрушаться зубы, ребенок возьмет без ее спроса необходимый макроэлемент. Поэтому тут очень большой пласт проблем. Ну, во-первых, это мы рекомендуем два раза в год посещать стоматолога, потому что при 100% санации через год, оказывается, новые полости появляются. Это неизбежность. Поэтому два раза в год надо наблюдаться у врача-стоматолога. И, конечно же, лечить на уровне начального кариеса легче и выгоднее в отношении и здоровья, и дальнейших последствий именно начальной стадии кариеса, не допуская до пульпитов. Естественно, как и общая заболеваемость, так и стоматологическая заболеваемость, она характеризуется тем, что с самого начала со здоровья родителей все надо начинать. В связи с этим мы хотим обратить внимание родителей на характер питания детей, соблюдение гигиенического режима и, естественно, общего режима питания, отдыха, физической нагрузки, умственной нагрузки для этих детей, чтобы это в дальнейшем не привело к таким осложнениям. Любое заболевание поддается быстрому и качественному лечению в ранних стадиях. Здоровое, светлое и перспективное будущее наших детей зависит от нашего отношения и внимания к ним с малого возраста. Чтобы наши дети были здоровыми, мы сами должны являться таковыми, быть в этом состоянии, покуда есть сил и мочи. Подытоживая нашу программу, друзья, я от всей души желаю вам и вашим деткам быть всегда здоровыми. До скорых встреч!